26 марта сегодня. Иду смотреть на разлив. Тюки здесь собрали в кучке. Но по виду вода уже не приходит, остановилась. А может даже ходит уже. Сейчас подойду, посмотрю. Выдра вот здесь вот была. Около этого дерева сваленного. Скорее всего, та, которая с нами перефыркивалась тогда. Беляк сюда вперед подбежал, испугал ее. И она поплыла вниз по течению. Вода остановилась, на месте стоит. Блин, вон сколько уток с селезнями вот здесь вот сидели. Вот они. За кустами летят. Две пары, два селезня и две утки. Крупные такие, жирные прям. Здесь вот толком непонятно, но, по-моему, уже даже немножко упало. Хотя это вот могло ветром загонять сюда. Ну, как будто здесь вот повыше вода была. Назад пролетели. Ветер сегодня очень сильный. Зато он теплый, южный. Селезень вот здесь вот сидел, туда полетел. Не в камеру плохо видно, я не увидел, попал он в кадр у меня или нет. Вот я иду по кромке здесь. Толком непонятно. По-моему, она просто остановилась и стоит сейчас на месте вода. Все растаяло. Снега нигде не осталось. Ну, думаю, пару дней вот так вот постоит и начнет падать потихоньку. Сейчас пойду еще на бугор схожу, поднимусь, с высоты засниму пик разлива. Дошел до бугра. Здесь по кромке тоже не особо понятно. Я думаю, стоит на месте. Прекратился подъем. Лезу на бугор. Здесь вот уж греется на солнышке. Сейчас заберусь уже. Ну вот, забрался. 26 марта, пик разлива. Не сильно картина изменилась с прошлого раза, как я снимал. Лед ушел, здесь вот лед стоял, сейчас нету. А вода, может быть, чуть-чуть еще поднялась. Но она уже остановилась и стоит на месте. А пару-тройку дней, я думаю, и на спад пойдет. Охота открывается 8 апреля. К открытию охоты там уже луга освободятся, скорее всего. Можно будет ходить по ним. За реку не затопило в этот год. Такой разлив примерно на 7-8 баллов из 10, я думаю. Нормальный. Давно уже разлив хорошего не было.
мужик там на мудомялку ловит. Вчера до обеда на пасеке работал, и гуси летели прям косяк за косяком. День тоже довольно теплый был, солнечный, до обеда. Сейчас вот пока я шел здесь, не слышно, не видно их. Но сейчас уже ближе ко второму часу, где-нибудь по второго, так примерно. Может, с утра они тоже летели, но я не видел. Вон они, гуси. Крупный косяк полетел. Сегодня день прям такой теплый. На пасеке облет. Второй день уже подряд хороший. Три улья у меня погибло из 24. Но они погибли еще в начале зимы, может быть, там в ноябре, в конце, так вот где-то. Пчел мало было, не нарастили в зиму. Клуб совсем маленький был. Погибли просто потому, что слабые мыли. С остальным все нормально вроде. Понос только больше, чем обычно. Я мед положил с осени. Потому что год был какой-то подозрительный. Я думал, что, может быть, меда им не хватит. Ну, закормки не хватит. Так-то я литров по 12 дал в каждой улье. Решил им положить с осени еще меда. Когда они уже в клуб собрались, сидели все внизу, я сверху лепешки с медом положил. Но, видать, начали рано некоторые грызти по носу. Вот они облетелись за эти два дня. Теперь нужно еще таких теплых деньков дождаться, как будут. И начну менять корпуса, дони. Я все меняю. Эти, которые зимовали, чищу, а в новые пересаживаю.